цель. Ты сегодня один, как хорошо. Давай, давай, Марсюша. Давай, лови. Все. Тяжелая курица, потому в рот сразу не помню. Хорошо, видишь, он как раз один. Вчера он с султаном подходил. Сегодня один. Как раз мы его поймали. Да, он всегда стеснительный такой джентльмен. Стесняется подходить. Ну, а тем тогда надо кусочки поменьше, потому тем что... Тем надо только спинку. Видишь, курицы мы не могли закинуть. Ну, или какие-нибудь бедрышки, потому что корочка там через сетку не закинешь курей. А там их много. А сюда они не идут, ты видишь? Там уже даже и Ричард. Там еще и Ричард на оврагах лежит, Ричард, да? Ричард, Султан, Гирей, два Алекса, да? Да. Сколько там еще львов? Два Алекса из львов. Там Лилу, Клёповна, получается, Симона... Еще молодые, Зевс и Алекс, еще львицы их. Там много, да, надо это. Я себя ну, если бы они сюда все подошли, бы, мы бы им дали. Сюда никто не подходит. Сюда только Марсель подходит. Ну, Марсель и это Султан. Место знает. Марсель знает. Марселя часто тут кормят. Да. Курочки побольше. Давай ему сейчас. Он съест еще одну. Конечно. Он наш любимец. Он всех любимый. Все его любят очень, да. Он такой скромный. Ой, ну я так рада, что он не один, хотя бы в компании находится, правда? Да, да, ты видишь, он с этим подошел. И никто не обижает здесь никого, ты видишь, нет, в этой компании? Да, да, да. Никто никого не обижает. Никто никого, да. Мы не видели, по крайней мере, что-то. Все да, то есть... Даже Ричард спокойно сидит. Ричард, никого... да, он там во врагах тоже на холме сидит. Не, ну вчера мы Ричарда видели. Ричард вообще никого не трогает. Возле Лоры сидел с Чипом, да? Да. С Чипом. А сегодня уже Ричард тут. А вчера вечером уже мы его видели. Да, он вечером уже во враге пришел сюда. Молодец, Ричард. Так хочется, чтобы была спокойная обстановка. Все хорошо. Не говори. Марсик. Марсик. Может, он на ходу? Марсюш. Ой, поймал хорошо. На ходу. Ой, как хорошо, Марсик. Я ему три курицы дам. Нет, ну, надо еще кому-то. Мы и так ему две дали уже. Дали две, пять. Да. Марсик, как мы тебя любим, Марсик. Мы всегда за тебя. Кушай, кушай. Были зимой, не могли тебя в марте, не могли тебя туда докинуть, в вольеры. Угу. Где ты была? Сейчас хорошо. Ну, а тем тогда поменьше кусочки, там через сетку покидаем. Надо, Таня, спинки купить, а то мы куры надо спинки, бы мы я туда не кину через сетку. Да, там не пролезет, там ничего. Они, их там очень много, угу. Мы там еще так и не могли. Ну, видишь, они сюда не подходят к мосткам. Это вот только Марсель знает. Ну, это место, да, мы да, как-то тут. Вот Султан. Султан. Только аж бегом прибежал с Марселем. Да. Кушай, Марсюша, кушай. Кушай, Марселька. Мы к тебе еще потом. Так приятно смотреть, когда попозже. Ты кушаешь. Солнце в глаза. Марсельчик, спасибо, что ты пришел. Как да, Марсюш, рада, спасибо большое. Мы к тебе еще попозже придем. Под вечер. Мам, ну надо другим уже дать. Под вечер еще придем, Марсюш, попозже чуть-чуть.